Приветствую всех зрителей нашего канала. С вами снова Людмила и мой сын Дмитрий. Сегодня мы решили пройтись по ювелирным магазинчикам в Светлогорске. Вот мы подошли к магазинчику «Русский янтарь». Около него стоит дерево с янтарем. Оно подразумевается что-то яблоня с молодильными яблочками. Можно подойти к дереву, загадать желание, и оно обязательно исполнится. Так, ну и сейчас мы с вами, тут можно почитать, поближе вам приближу. Тут еще есть скамеечка, такая кованая, рядышком тоже почитаете. Ну вот, мы зашли непосредственно в сам магазин, показываю вам, что можно приобрести здесь. Также крема. Крем для рук, вот тестеры есть, крем для рук, для лица, скрабы, масла. Вот смотрите, можно попробовать нанести крем на руки. Мы уже испробовали, очень приятный запах и увлажнение хорошее. Вот. Это такой фонтанчик, наверное. Около тоже магазинчика. Так, дальше зайдем в Калининградский янтарный комбинат, магазин. Вот, посмотрите, тут какие красивые картины с янтарем. Разные. Вот такие еще есть. В общем, все, что нам разрешат поснимать, мы снимаем. Это вот кораблик. Тут совушки с янтарем. Это все сувениры, можно их купить. Тоже совушки красивые. Ну, тут вот серебра. Украшения можно посмотреть. Кто любит серебро? В золоте тоже есть украшения, но их немного. Шахматы янтарные, тут опять украшения, солнышко. Вот это вот, конечно, янтарь, залитый эпоксидной смолой. Они очень легкие, мы пробовали. Тут целый замок, домик такой, тоже янтарный. Но он достаточно недорогой. Так, чашечки, блюдечки, ложечки. Это вот натуральный янтарь. Без эпоксидной смолы. Кораблик стоит очень дорого. Даже цену не могу озвучить. Вот опять украшения. Деревья. Тут можно приобрести камни. Вот натуральные камушки, необработанные. Тут даже вот есть принадлежности кухонные, ложки, вилки, ножички. Тут коллекционный янтарик. Тоже можно в подарок привезти сувенир. Ну или кто увлекается. Тут опять пошли у нас масло, скрабы для лица, для тела, для рук. Маски для волос есть, конечно, тут. Можно есть что повыбирать. Я потом вам покажу, что мы приобрели. Спреи всякие, шампуни с добавлением янтарной кислоты, янтарного масла. Видите, сколько много всего можно приобрести. Также помимо ювелирных украшений в магазинах. Обязательно вам дадут чек, чтобы можно было вывести. Тут
Тут опять статуэточки, опять слоники. Конфеты также можно приобрести. Смотрите, какое огромное дерево. Я его специально засняла. А здесь чудо из чудес. Стоит сундук с добром. Так, Дима сейчас расскажет нам немножко, о чем тут речь. Это самая длинная нитка бус из янтаря. Зарегистрированный размер 1420 метров. Самая массовая сборка бус из янтаря. И самая тяжелая нитка бус из янтаря. Зарегистрированный вес 91 килограмм. Так, дальше пойдем смотреть. Тут опять картины с янтаря, с добавлением янтаря. Деревья, сувениры. Так, ну ладно, будем закругляться, выходить из магазина. А, на улице дождь. Ну, Димик янтарь ловит с очком. Поймал, молодец. Янтарик, давай еще полови. Хоть так. Хороший пламенький. Так, нет? Нет, я хочу. Ага, давай здесь еще. Это листочек. Давай сюда. Дима ловит янтарь у нас. Тут можно взять очок и бесплатно половить чего-нибудь. Янтарик половить. Вот. Нет, не поймал. Там он крупненький, Дима, камушки. Около. Ага, мотанита тихонько. Он подальше. Ага, вот сюда, да-да-да. Тащи сюда. Тащи сюда. Нет. Там вот этот кусочек, по-моему, большой. Да. Тащи его сюда. О, молодец. Умок. Хороший умок. Не уронить бы. Да. Тоже, по-моему. Ага. О, задержи. Давай, мамоньки. Мамоньки, бери. О. Дима поймал янтарика. Дарки мой. Мне кажется, он где-то там ловил, там какие-то крупняшки были. Вот, давай, да. Большой кусок, маленький, маленький. Тут уже нам умоляют. Давай. Это не так. Подними его. Да. Это было кусочек не покупать. Да. Ну, 70 рублей, ладно. И синтарь выловит за год. Ага. Ну, ладно, Дима, собирайся. Закрепляй. Вот это не янтарь, это смотри. Нет, а может, я. Да. Давай. Бери. Ну, потихонечку будем заканчивать наше путешествие. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. До новых встреч.